Если меня кто-нибудь сейчас смотрит летом, или все уже разъехались и в море купаются, а я здесь одна сижу. Класс. Уже 5-е лето по счету. Сегодня я наконец-то решила сделать такое видео, поговорить о злых комментариях, потому что какие хорошие люди их оставляют. Мне хочется уделить им немного внимания, потому что мне кажется, они несчастные люди, если пишут всякие злые штуки. Самый мой любимый комментарий, с которого я смеялась еще громче, чем я обычно смеюсь в своих видео, это комментарий к моему видео, которое я сделала с Никитой из Bamboozle Challenge. И девочка, я надеюсь, это девочка, да, это девочка, она оставила комментарий: «Ахаха, у нее смех как у ведьмы!» Мне кажется, так громко, как я смеюсь, только лошади, поэтому было бы логично написать: «Ахаха, у нее смех как у лошади!» Следующий комментарий тоже на этом видео Bamboozle, потому что она собрала самое большое количество просмотров, и поэтому там больше всего комментариев. Логично, Настя. Молодец, мозги у тебя работают сегодня. Так вот, еще одна девочка написала комментарий: «Чё эта девка так кричит и кривляется?» Действительно, чё я так кричу и кривляюсь, видео? Можешь не просто как робот разговаривать, бьюти-гуру, который расскажет вам, как сделать правильный макияж и накладные ресницы. Значит, у меня мимика все-таки хорошо развита. Следующий комментарий, который я нашла под видео, которое я сделала о Макс Корж, это единственный комментарий, который там есть. Он матный, и поэтому я не буду его читать, но если вам интересно, то идите в это видео и посмотрите, какой там комментарий. Было написано «Дура!» и еще одно матное слово. И я написала: «А ты замечательный человек, потому что ты потратил свое время на то, чтобы поставить этот комментарий и сделать мне плюс еще один просмотр. Поэтому какой-то енот go-go, спасибо тебе большое за классный комментарий». Еще один комментарий, который, опять же, от всех женских имен оставили на моем видео, в котором я готовила блондис, называется «Кухня» или что-то такое. И Ника пишет: «Волосы нужно убирать, когда готовишь». Я не знаю, это хороший комментарий или плохой, с какими намерениями она его хотела написать, но хоть смайлик бы поставила, что ли, чтобы я поняла, что это позитив. А если это негатив, то все равно я готовлю с распущенными волосами, и волосы на виду не попадают. Поэтому, еще вот такие комментарии, которые мне люди оставляли под видео, в котором я делала большие губы, и не писали мне, что я собирала это видео у Дженны Марблс или еще что-то. Так вот, я видела это видео у Дженны Марблс, но я видела его за, может быть, месяц, или за какой-то большой период до того, как я сделала свое. И я даже не помнила о ее видео, когда я снимала свое видео. Поэтому, ребят, если вы думаете, что я собирала у нее видео, то я не собирала у нее видео, потому что просто идея для него пришла мне во сне, я проснулась ночью, написала все эти способы, как увеличить свои губы, и на следующий день сняла видео. Поэтому я не собирала у нее видео, просто, да, похожее, и я согласна, что у нее видео гораздо лучше, чем у меня, потому что это Дженна Марблс. Это Дженна Марблс, и спасибо за ваши негативные комментарии. Еще один комментарий мне оставили под видео, которое называется «Верьте в себя». И девочка написала: «Ну ты почти одно и то же говоришь 6 минут». Или сколько я там минут говорю? 6, 3, 3 минуты. Понимаете, дело в том, что некоторым людям нужно долбить 3 минуты в бошку, пока не дойдет до них, что им хотят сказать. Поэтому это и был смысл моего видео. Еще один комментарий в моем видео, в котором я рассказывала про смешные казусы, мне написали: «У тебя брови нарисованы криво». Мне кажется, это вечная тема, я никогда от нее не уйду. И сейчас 100% все посмотрели быстро на мои брови. Я не знаю, как рисовать, ребят, мне 20 лет, я до сих пор не знаю, как это делать. Поэтому я стараюсь, честно, я прикладываю к этому очень много сил. Иногда мне просто плевать на то, как они выглядят, поэтому видео мое не о моих бровях, а о том, что я говорю и что вылетает у меня изо рта. Еще один комментарий, который мне оставили на видео про мои книги, был: «Хватит бить книги!» Просто, если помните, то я в видео постоянно их вот так тарабанила. Я не знаю, почему я это делаю, но это потому, что я слишком нервничаю, так что я люблю свои книги, за которые я отдала деньги, поэтому отдала деньги. Я не бью их, это просто от нервов. Комментарии к моему видео, в котором я рассказывала о футболках и что на них написано. На самом деле, это видео вот столько вызвало негатива у людей почему-то, хотя я сделала его просто с целью, чтобы все посмеялись, на самом деле. Я не хотела, чтобы кто-то увидел свою футболку в моем видео и заплакал от несчастья. Серьезно, ребят, никакой цели в этом серьезной не было, просто я хотела понять настроение. Но
Много было комментариев, некоторые из них вот такие. Что за бред? Пишет Инна Ионова. Я надеюсь, что у Инны Ионовой гораздо лучше видео, чем у кого-либо. Еще пишет мне очень интересный человек, который оставил мне 140 комментариев. Он пишет: я сожалею твоему брату. Почему он ему сожалеет, непонятно. Потом еще Анастасия пишет мне: что за тупость? Нормальные футболки, ничего у них смешного нет. Анастасия, наверное, у тебя чувство юмора не очень развито. У меня как бы тоже чувство юмора не огонь, но футболки все-таки для некоторых смешные. Тигр Королев, вот что за имя, а? Король Лев, хоть ты придумал, да? Пишет мне: она ругает футболки, а сама сидит в старом свитере. Футболки норм, тупая хрень. Это все он пишет. Угу. Причем, заметьте, 6 комментариев не оставил. Люди носят, что им нравится. Ты людей ругаешь за то, в чем они одеты, а сама выглядишь как бабуля. Зачем так выпячивать глаза? И так много эмоций. Дура, бесишь? Вы серьезно, да? Он вот оставил мне пару комментариев неделю назад, потом 6 дней назад один, потом 15 часов назад комментарий, 14 часов назад комментарий. Вот серьезно, если ты думаешь, что я такая странная, тупая, то почему ты смотришь мои видео и оставляешь мне их комментарии? Хватит оставлять комментарии, потому что я от этого не уйду с YouTube из-за того, что ты оставляешь мне плохие комментарии. Так что, Королев, или как там, Тигр Королев, сними свои видео, я обязательно поставлю на них 108 лайков, потому что ты молодец за то, что оставляешь такие умные комментарии. Я очень тебя люблю, спасибо большое. Это были все негативные комментарии, которые я нашла на своих видео. Если вы думаете, что видео человека, который вы смотрите, вам не нравится, то просто выйдите, закройте, удалите, не смотрите. Но не нужно тратить свое время и оставлять негативные комментарии, потому что всем пофиг. Серьезно. Поэтому просто тратьте свое время на лучшее видео и не смотрите то, что вам не нравится. Спасибо, что посмотрели это видео, и всем пока.